Мне очень жаль. Пора тебе. И он бросает. Я снова в такси. Вот дура, наверное, подумал водитель. Приехала на другой конец города, чтобы тупо поговорить по телефону. И дальше поезд. Я ненавижу поезда. Даже если там комната, как в самолете, есть Wi-Fi под каждым сиденьем, отдельная розетка для подзарядки. Но скоро мы будем уже в самолете, и наш хор прилетит на волну. Там будет много людей, много молодых и интересных людей. Будут мастер-классы, приедут звезды, будет много крутых команд. На форуме будет конкурс, и на нем можно выступить сольно. И если я выступлю и спою там свою песню, то есть шанс, что меня заметят. А меня обязательно заметят. Меня заметит продюсер или крутой композитор. Может и не заметит, но шанс такой будет. И нет, я смогу. Я выступлю хорошо. Я всех порву на этом конкурсе. И меня заберут. И я уеду, и все будет хорошо. Только ненавижу поезда. Сперва я ненавидела поезда. Потом я ненавидела Макса. А потом я ненавидела себя.